Ну, Энджел, ты готова? Да, я готова. Итак, раз, два, три и... До свидания! До свидания! Ну вот, мы дома. Ура, мы дома! Пойдем зайдем в дом, я за тобой поухаживаю. Пойдем. Сейчас я тебе включу водичку теплую. И ты прими ванну. Ладно, хорошо. Вот здесь вот лежат сухие полотенца. Вытерешься, и потом я тебя напою горячим чаем. Хорошо, тогда я сейчас приму теплую ванну. Ага, вот так сейчас я помоюсь мочалочкой. Вот. Ой, как хорошо дома. Водичка теплая, настроение поднимается. Ну все, я помылась. Одену что-то удобное. Вот этот комбинезончик и мои любимые тапочки. Ну все, я готова, и теперь тапочки. Какие они у меня удобные и мягкие. Смотри, Сноу Энджел, я тебе сварила горячего чайку. Садись и попей, а я тоже схожу приму ванну, хорошо? Ладно, хорошо. Мне как раз захотелось горячего чайку. Ну вот и отлично. Нальем нашей Сноу Энджел чайку. Вот так. И дадим ей попить. Как вкусно! А я принимаю ванну не теплую, а холодную. И я люблю принимать ванну на свежем воздухе. О, как хорошо! Обожаю холодную водичку! Смотрите, девочки, у нас Джинни цвет не меняет. Она остается такой же, какой и была. Да, я цвет не меняю, только если захочу. А еще я очень люблю свежевыжатый сок. Держи. Очень вкусный сок. Ой, что ты плюешься? Косточка попала. Ну все, я покупалась, пойду. Дальше поухаживаю за Сноу Энджел. Надо еще друзьям ее позвонить, чтобы они тоже приехали и подняли ей настроение. Сейчас я позвоню ее подружкам. Алло? Да. Приезжайте к нам, Сноу Энджел дома. Ей нужно поднять настроение, а то она переживает после тюрьмы. После какой тюрьмы? Да-да, она случайно осталась в тюрьме. Вы ее там забыли. Да, она дома, она здесь. Приезжайте, ей надо поднять настроение. Она оказалась в одной камере с преступником. Да-да, и мы вас ждем. Пока-пока. Ну все, отлично. Сейчас положу дровишки в камин. Вот. Ну все, сейчас будет в комнате тепло и уютно. И наша Сноу Энджел сможет спокойно отдохнуть и прийти в себя. О, и здесь интересная книжка. Ее я ей дам почитать. Смотрите, какая книжечка с очками, девочки. Ой, действительно, очень интересно. Надо обязательно дать почитать нашей Сноу Энджел. Схожу к ней, проверю ее. Ну как ты, Сноу Энджел, ты себя лучше чувствуешь? Да, намного лучше. Я напилась чайку и сейчас хочу отдохнуть. Пойдем в зал. Я разожгла дровишки в камине, и мы можем с тобой посидеть. Ты можешь почитать интересную книжку, которую я для тебя нашла. Хорошо, пойдем. Какая интересная книжка. Что-то мне спать захотелось. Кажется, Сноу Энджел уснула. Пойду возьму телефон и поиграю в другой комнате. Посмотрим, какая куколка попадется нам в этом шарике. Куколка из первой серии. А мы хотим собрать всю коллекцию. Сейчас мы увидим ее наряд. Вот он, сюрприз в пакетике. Оп. И достанем саму куколку. Вот она. Хупс MVP. У нас их уже 4, по-моему. Оденем нашу куколку. Вот такая милашечка. Такая хорошенькая она. Мне очень нравятся эти пупсики. Они такие милые. И кружечку. А здесь ее сосочка. Вот. Ну-ка. Ну что, откроем еще один шарик и посмотрим, кто там спрятался. Давайте возьмем вот этот шарик. Ух. Откроем первый слой. Подсказочка. Hot shot. Горячий выстрел. Здесь у нас просто подсказочка, которая обозначает, что делает куколка. Вот она. И, наконец, мы увидим кружечку с тосточкой. Сюрприз-пакетик.
И здесь кружечка. Такая кружечка нам попадалась. И здесь куколка повтор. Так, вот ее обувь. Оп. И сейчас посмотрим на нашу куколку и ее наряд. Ух, а вот выпал наряд нашей куколки. Вот какая она с блестящим поясом. И здесь сама куколка. Вот она, красавица. Такая нам тоже попадалась. И эту куколку зовут Супер Биби. И у нас уже таких две. Это будет третья. Такие симпатичные у нее сапожечки. И супер плащ. Ух. Вот такая она красавица. Посадим ее. Итак, вот такие вот пупсики нам сегодня девочки попались. И сейчас мы посмотрим, какой у них сюрпризик. Сейчас мы их будем купать в холодной водичке. Итак, посмотрим, что у нас делает куколка Супер Биби. Цвет она не меняет. О, я тоже хочу водичку! Ой, смотрите, этот пупсик к нам тоже залезла. И она тоже не меняет цвет. Ну хорошо, пока наши девочки веселятся, мы попробуем по очереди их накормить и посмотреть, какой у них сюрпризик. Итак, что делает куколка Супер Биби? О, она плюется! Наша куколка плюется! Итак, у нас уже четвертая куколка Супер Биби, которая плюется. А сейчас мы попробуем накормить куколку Хупс MVP с помощью ее красивой оранжевой кружечки. Ну-ка. Так, что она у нас... Она ревет! Классная куколка! Итак, куколка Хупс MVP плачет. Очень сильно плачет. О, девочки, смотрите, еще кто хочет покупаться в этой водичке? Это же маленькие пупсики Тузис со своими питомцами. 6 пупсиков и 6 питомцев. И даже есть сюрприз пупсик. Здесь написано, что внутри есть малыш Тузи, океанский жемчуг. Что это значит? И в каждом квадратике находится сюрприз питомец. Ведь все происходит намного лучше, когда все вместе. Тузис together. От второго сезона. Смотрите, как их можно отличать. Мальчик с обычными глазками, а девочка с ресничками. Ты мой хороший. Итак. И вот они, наши пупсики. А вот и сюрпризик. Сзади у нас есть списочек. С помощью этого списочка мы сможем определить имена наших пупсиков. Ух, смотрите, он какой. Итак, у нас здесь есть пупсик Гейл. Он очень похож на кита, у которого отсюда выходит водичка. Красивые глазки и сзади хвостик. В таких же зеленых трусиках и ручки держит вот так. Вот, малыш, куда ты уже залез? Этого маленького малыша, который очень похож на овечку, зовут Фрэнсис. Туда, хочу туда. Смотрите, он залезает к нашему Гейлу. Смотри, смотри. А этого маленького малыша зовут Клаус. И на кого он похож? Что это за животное? Кошечка или кто это? Смотрите, какой перламутровый пупсик. Ой, кажется, это девочка, ведь у нее реснички. И она очень похожа на акулу. Такая перламутровая акула с зубками. Я тоже хочу. А зовут эту маленькую девочку Шона. А какой же пупсик здесь внутри? Ну-ка посмотрим. Так,
О, смотрите, это опять девочка. Ой, а пупсик Кит тоже была девочкой. На кого она похожа? Что это за животное, девочки? Я никак не могу догадаться. Кошечка какая-то. А зовут ее Клео. И вот какой питомец у нее должен быть. Может быть, это сиамская кошечка? Сиамская кошечка. Ну-ка, дадим им спасательный круг и мячик играть. Держите, держите. И вот еще какой у нас пупсик есть, который в точности совпадает со своим питомцем. Идеальное совпадение. Это у нас пупсик олень. Смотрите, как у него язычок торчит. Какие интересные у него рога. И питомец у него маленький олененок. А зовут их Руди и Ред. Я тоже хочу бассейн. Не толкайся. А этот питомец у нас чей? Ну-ка достанем и посмотрим. Ой, он очень похож на ящерицу. А зовут эту ящерицу Лиззи. И вот какой должен быть пупсик, чтобы совпасть с этим питомцем. Тоже в костюме ящерицы, которого зовут Лекси. Смотрите, девочки, теперь у нас осталось 4 сюрпризика. И в каждом сюрпризике питомец. Интересно, какие здесь питомцы? Совпадут ли они с нашими пупсиками? Так. Ну-ка. О, кто это? Это же Морж, ребята, с такими клыками. Ой, какой он хорошенький, зелененький, красивенький. А зовут его Таски. И вот к какому пупсику он подходит. К Тюлипу. Так. Какой питомец в этом сюрприз-пакетике. Сейчас посмотрим, кто у нас здесь. Ой, смотрите, кто это? Это же птица-пеликан. Смотрите, пеликан летит. Он тоже хочет купаться в водичке. И Моржик тоже ползет. Ему так хочется в холодную водичку. Пук. Какой же еще питомец нам попался? Давайте проверим сразу. Так, какая птичка. Ой, какая красивая. Кто же это может быть? Мне кажется, это маленький орел. А вам как кажется, девочки? Так, ну-ка посмотрим. А зовут этого маленького птенчика Сор. А пупсика, который подходит к этому птенчику, зовут Сьюзи. И, наконец, последний сюрприз-пакетик. Сейчас мы узнаем, какой питомец здесь попался. Ой, это такой хорошенький, такой маленький. Это что, медведь? Нет, это не медвежонок. Смотрите, какой хвостик. Этот маленький питомец очень похож на енота. Мне кажется, это енот. Так, а зовут его Джед. А попсика зовут Нед. Вот такой хорошенький енотик. Итак, девочки, вот такие супер-классные пупсики нам сегодня попались. Пупсики Лол. Ку-ку. И пупсики Тузи со своими питомцами. И у нас совпал только один пупсик. Пупсик Руди со своим питомцем Ред. Ну все, девочки, пока. Пускай наши пупсики продолжают веселиться. Пока.